Привет, друзья! Скоро мы будем отмечать Новый год. И я хотела бы поздравить всех вас с наступающими праздниками и сказать вам огромное спасибо за то, что вы учили английский язык по моим видео. Наверное, вы слышали, что у англичан есть такая традиция. 1 января они составляют планы на Новый год, а также принимают важные решения. Например, заняться спортом, поменять работу или избавиться от вредных привычек. Я надеюсь, что среди ваших планов на Новый год будет выучить английский язык, и я постараюсь вам помочь в этом. А теперь, друзья, я хотела бы сказать вам несколько слов о том, какие курсы уже есть на моем канале и какие я планирую сделать для вас в новом 2019 году. Грамматика для начинающих предназначен для тех, кто хочет подтянуть свою грамматику. Это короткие и интересные уроки, которые состоят не только из теории, но и из практики. Мы с вами учим правила и делаем упражнения на закрепление пройденного материала. И это еще не все. Я сделала для вас сайт, на котором вы можете найти дополнительные упражнения к каждому уроку, а также выполнить тест. Под каждым роликом вы увидите ссылку, перейдя по которой вы попадете на мой сайт. В новом году я также планирую сделать курс «Грамматика с нуля». Это будут очень короткие и простые уроки для тех, кто начинает учить английскую грамматику или совершенно забыл все правила и хочет вспомнить все, начиная с английского алфавита. Также к этому курсу я планирую сделать упражнения и тесты. Они будут на моем сайте. Для всех тех, кто хочет расширить свой словарный запас, я сделала курс «Видеословарь». Здесь мы учим слова по самым разным темам, например, семья, отношения, транспорт, описание внешности и многие другие. Благодаря этому курсу вы сможете увеличить ваш словарный запас до нескольких тысяч слов. Также к этому курсу вы можете найти дополнительные упражнения и тесты, перейдя на мой сайт. Напоминаю вам, что ссылка в описании под каждым роликом. Также в новом году я планирую сделать для вас новый курс. Он будет называться «3000 самых важных слов для свободного общения». Создатели известных английских словарей провели исследование и выяснили, что необходимо знать 3000 слов, чтобы свободно говорить на языке, понимать, а также читать абсолютно любой текст. Я сделала для вас уроки, в которых мы будем учить эти слова вместе с примерами, отрывками из фильмов. Будет очень интересно. Также, друзья, на моем канале есть несколько курсов по аудированию. Первый из них называется «Английский на слух. Ситуационные диалоги». Здесь анимированные персонажи разыгрывают диалоги на самые разные темы, и у вас есть возможность поучаствовать в диалоге, повторяя за ними. К этому курсу также есть упражнения и тесты, которые вы найдете на моем сайте. Еще один курс по аудированию называется «Аудирование. Тематические монологи». Здесь вы услышите короткие тексты, озвученные носителем языка. Эти тексты звучат всего лишь одну минуту. Затем, перейдя на мой сайт, вы найдете упражнения и тест. И еще, друзья, я планирую сделать специально курс по аудированию для тех, кто готовится к ЕГЭ по английскому языку. А также этот курс подойдет всем тем, чей уровень владения английским языком средний или выше среднего. Друзья, я очень надеюсь, что в следующем году мои видео помогут вам повысить ваш уровень английского языка. В комментариях под этим видео напишите, какие важные решения вы хотите принять для себя в наступающем 2019 году. Учите английский язык вместе со мной, и до новых встреч!